Почему? Забудь об этом. И почему она все время ведет себя как сундера? Свидания к Соловьёве же были, да? Да! Здорово, чуваки. Продолжаем играть в Доки Доки Лифтинг Клуб. Когда Юронг возвращается к своему занятию лифтингом, дверь клуба с городом распахивается. Ладно. Вот, вы видели. Тихо. Дверь падает на пол. Ого. В прошлый раз мы прям на этом же и остановились. Интересно, сколько раз им приходилось ее менять? Простите, мои маленькие кум-скваты, я немного опоздала. Где ты была? Мы волновались. Как мило, что ты беспокоишься, но на самом деле я практиковала свои навыки дабстепа. Это как... крутиться, да? О, ты играешь дабстеп? Мне интересно, как давно ты играешь. Вообще-то я начала не так давно. Я работаю над своей собственной песней. А, песней? Ага. Когда-нибудь нам покажешь. Я собираюсь сыграть ее на культурном фестивале. Не могу дождаться, когда увижу это. Ты вообще сможешь играть дабстеп на культурном фестивале? Да, кстати, ребята, нам надо подумать о культурном фестивале. Но давайте сделаем это после того, как покажем друг другу, что мы приготовились сегодня. Мое тело. А готово! Ладно, можем пока... Пока. Ладно, можем пора поделиться друг с другом своими... Ладно, всем пора. Всем пора поделиться друг с другом своими опадными движениями. Все правильно тут написала. Я начну со Соловьёвой. В конце концов, она та, кого я знаю лучше всех. И я сказал ей, что много работал сегодня утром. Когда я иду к ней, она выглядит счастливой, что я выбрал ее первой. Эй, гопник, покажи мне, что у тебя есть, а? А то жму, если все найду. Откуда я это знаю? Иди нахуй. От 1 до 4. Насрать, что будет. 3. То есть, приседания. Я глубоко вдыхаю и делаю абсолютно потрясающие приседания. В конце концов, Соловьёва научила меня, когда мы были детьми. Однако, Соловьёва не выглядит такой уж впечатленной. На самом деле, она выглядит так, как будто она в ярости. Сука, гопник, как ты смеешь? И что же я сделал? Я все работал над своим приседанием. Я хотел произвести на тебя впечатление. Блин, тебе должно быть стыдно. Это не приседание. Ты похож на западного шпиона. Я должна вогнать в тебя... Свой танк в тебя. А вот и она снова. Это та Соловьёва, которую я знаю. Извини, Славянка, в следующий раз я буду работать усерднее. Теперь я покажу тебе свое движение, да? Соловьёва закрывает глаза, делает глубокий вдох и смотрит на меня, улыбаясь. Ну что ты думаешь? Что это было за движение, которое ты только что сделала? Может быть, я сделала это недостаточно хорошо? Я сделаю это снова. Она снова делает глубокий вдох и смотрит на меня. Спаси, Соловьёва, но я не совсем понимаю, о чем ты. Сука, гопник, разве ты не видишь? Я практиковалась годами. Подожди, это может быть... А как ты сидела на корточках? Это все? Пожалуйста, скажи мне, что это оно. Да, да, сука, точно. Ты чувствуешь глубину приседания? Я так усердно тренировалась. Боже, иногда я думаю, что прикольно это единственное, что она понимает. Это было абсолютно потрясающе, Славянка. Продолжай в том же духе. Ну все пошло не так, как планировалось. Что, черт возьми, это было ее отпадное движение? Думаю, тогда у меня будет больше шансов с Муникулес. Я ищу Муникулес в комнате. Она же усердно работает, делает отжимания в передней части класса. Еще раз привет, Муникулес. Как работают эти бедра? Мои невероятные бедра, верно? Все идет отлично. Движение, которое я практиковала сегодня, лучшее. Скромнейшее, как всегда. Почему тебе не показать мне, что ты приготовила? Я с ней прям ждал. А, наоборот, это она говорит. Не смотрю вообще никуда, дебил. Почему тебе не показать мне
что ты приготовил. Я с терпением ждала этого. Опять! Что? Что на этот раз? Что на этот раз? Давайте четвертый вариант. Большой палец. Вверх! Я размещаю руку перед лицом Мони Грейс и поднимаю большой палец. Делая это, я издаю немного свистящего звука. Так что ли? Маникулес смотрит на меня с недоверием. Гопник, это? Да, это было невероятно технически. Ты сейчас это серьезно? Ты хоть вчера работал над этим? Я всегда тренируюсь, почему бы и нет? Разве ты не хочешь быть таким же хорошим, как я? Это заманчивое предложение, но я действительно работал над этим движением большого пальца вверх. Я много работал над этим, знаешь ли. Ладно, может ты просто не в настроении, все в порядке. Что ж, ее настроение чертовски быстро изменилось. А сейчас я покажу тебе мое движение. Пожалуйста, начинай. Маникулес садится в положении приседания, и я вижу, как ее бедра расширяются. Что она собирается делать? Она вдруг подпрыгивает и в воздухе подмигивает мне самым сказочным образом, который я когда-либо видел. Однако, когда она приземляется, пол дрожит. Его буквально трясет. Что за фигня? О, тебе это не понравилось? Настя, ну я так усердно над этим работала. Нет, нет, мне нравится. Это движение было реальным. Ты такой милый. Уверена. В следующий раз ты будешь лучше. Уверен. Я все еще не понимаю, что со мной движением большого пальца вверх было не так. Но маникулец не выглядел слишком сердито из-за этого. Почему выбранные варианты не... Ладно. Наверное, я пойду посмотрю, как Юронг отреагирует на мои движения. Теперь посмотрим, как там Юронг. Я очень хотел показать ей, в конце концов, она любит лифтинг. Я замечаю ее свисающую с потолка, с ее работающим телефоном в руке. Деятельность этого клуба такова, однако. Эй, Юронг! Как только она замечает меня, она делает сальто и приземляется на пол. Она выглядит смущенной. Гопник, пожалуйста, забудь то, что ты только что видел. О чем ты говоришь? Я не понимаю. Юронг улыбается, это хорошее зрелище. Я хотел показать тебе свое движение. Я знаю, что ты любишь лифтинг. Так что я передал кое-что хорошее. Реально? Ты думал обо мне? Немного. Конечно! Юронг выглядит счастливой. Я рад, что могу немного изменить ее день честно. Пожалуйста, покажи мне, что ты приготовил. Мне кажется, все варианты лажовые. Во второй. Морская звезда. Я делаю самую эпическую позу морской звезды, которую когда-либо делал. Я чувствую запах моря. И он молчит. Она просто поднимает бровь. Гопник, как мне тебе сказать? Разве это не было хорошо? Я так много практиковался. Третий, другой вариант. Если выпадет... Дэб для Бафсуки, да, не знаю, как это работает. Разве это не было хорошо? Я так много практиковался. Это было плохо. Действительно плохо. Извини, что сказала тебе это, но я уверена, что ты станешь лучше. Не извиняйся, мне жаль, что я был плох. В следующий раз я сделаю что-нибудь получше. Как насчет того, чтобы показать мне свое движение? О, да-да. Готовься, я много работал над этим. Юронг вздыхает. Такие вот глаза, и вдруг... О, отсылочки, отсылочки. Какого дьявола ты здесь шумишь? Это как будто Юронг только что была другим человеком. В десяточку. Как это было? Это я... Что? Я только что показала себе... Я тебе свою лучшую улыбку. Улыбаться для меня сложнее, чем заниматься лифтингом, понимаешь? Это вот так вот. Нормально? Вам это нравится, да? Нормально? Вот дерьмо, я не могу сказать ей, что это... Что она напугала меня на всю жизнь. В оригинале так было. Это просто удивило меня. Я не привык видеть, как ты улыбаешься. Очень приятно, отличная работа. Я очень тронута, спасибо. Тебе большое. Я позволю тебе практиковаться сейчас, увидимся позже. Юронг слегка улыбается мне. Слава богу, это не ее настоящая улыбка. Я никогда этого не забуду. Никогда.
Клянусь, она была другим человеком, не с косяком.